Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1297. Отрезок какой длины изображается на карте расстояние? 35 км, если масштаб карты 1 к 100 тысячам, к 100 тысячам. То есть 1 сантиметр на карте – это 100 тысяч сантиметров на местности, на местности у нас 35 километров. Давайте эти 35 километров переведем в сантиметры. 1 километр это 100 тысяч сантиметров, поэтому 35 километров это 3 миллиона 500 тысяч сантиметров. И еще раз давайте к масштабу обратимся. 1 сантиметр на карте это 100 тысяч сантиметров на местности. На местности у нас 3 миллиона 500 тысяч сантиметров, то есть чтобы узнать, сколько это на карте, нужно 3 миллиона 500 тысяч разделить на 100 тысяч. Ну и получаем 35 сантиметров. Это отрезок на карте, который будет соответствовать расстоянию в 35 километров. И выполнили задание 1297. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.